написано про моего друга Костю, который уволился в звании майора. Замечательный человек, сильный, умный и все такое. Но опять же, это все... Я воспринимаю жизнь не как трагедию, а как больше, конечно, комедию. Как все нормальные военные, все офицеры воспринимают ее со знаком плюс. Вот. Потому что если главное качество россиянина, это что? Это терпение и оптимизм, я считаю, да, Николаевич? Потому что если бы было что-то другое, да, там, марксистско-ленинская подготовка, допустим, или что-нибудь еще, то тогда бы мы все бы давно бы подсходили с ума и жили бы где-нибудь в другом месте. А так... Ну что ж, прощай, дружище, подписан обходной, и выплачены тысячи, и пропиты со мной. Сидит хозяин новый у твоего стола, и выключен сурово ты в списке на дела. И выключен сурово ты в списке на дела. Мы столько соли съели и сделали делов, и пили мы, и пели, и не таили зло, не лезли по макушкам на первые ряды, и не ходили в служках у всякой лабуды, и не ходили в служках у всякой лабуды. Мы не прислугой были каким-то господам, а родине служили все прочие года. Ни в дур, ни за награды, не дергая куски, мы делали как надо, как просто мужики. Мы делали как надо, как просто мужики. Не стал ты генералом, а это не беда. Ты был хорошим малым сегодня и всегда. На новую дорогу решился, коль шагнуть. Всего тебе по многу, ну, куришь в добрый путь. Всего тебе по многу, ну, куришь в добрый путь. Ну что ж, прощай, дружище, подписан обходной, и выплачены тысячи, и пропиты со мной. Сидит хозяин новый у твоего стола, и выключен сурово ты в списке на дела. И выключен сурово ты в списке на дела. Леш, сделай потише чуть-чуть, а то я чувствую, что я оглушаю.